Всем привет, друзья! Сегодня я буду ботаном, и мы будем клеить девочек в чат рулетки. Посмотрим, сколько склеим. Короче, чтобы вышло следующее видео, вам нужно поставить 10 тысяч лайков, и выйдет третий выпуск. Посмотрим, кем я там буду. А сейчас ботан-качок. Поехали! Здорово, Кучерёв. Привет, ты с мамой живешь? Ой, с мамой еду на ужин. Да. А я с мамой живу. Бля, чувак, на самом деле это охуенно. Не, в натуре класс. А у тебя девушка есть? Есть, конечно. А у меня ее никогда не было, мне 30 уже почти. Ну в чем проблема? Да, говорят, страшный я. У меня есть знакомый, с которым я... Ты в более нормальных общениях. Нет, нет, я сам не гей. Я понял. С его точки зрения, перекладывая на мою точку зрения, ты совершенно не... противный. Я просто похлопаю. Слушай, я в зал хожу, качаюсь. Давай кибербицуху показывай тогда. Хочешь, пресс покажу? Показывай, конечно. Смотри, пресс. Это единственное, чем я могу гордиться. Я свой сейчас пресс покажу. Покажи. Ох. Качалку ходишь? Да ты что, с ума сошел? Какая качалка? А я хожу, думаешь, или не хожу? Я не знаю. Один раз сходил, короче, весь вспотел просто ужасно. Чуть в обморок не упал. Раз так, раз на турник, оп. Ох, да. Оп. Я думал, бля, дай-ка я тоже попробую. Я себе поставил, как колбаса. А ведь нифига не могу. Я тоже так один раз запрыгнул, у меня что-то рука заболела, и я пошел домой. Выходило это, ну как, так, и вот так вот у тебя. А я могу вот тоже так сделать, вот так. И вот так вот я 3 раза делал. Прикольно. А я один раз в качалку ходил, и у меня какие-то грыжи появились, смотри. Ой, ну это не то. Это грыжа, да? Да нет, это не грыжа, это мышцы. А, мы за один раз выросли? Там знаешь, что такое грыжа? Нет. Это когда кишка отлепляется, какие-то, я не знаю, кишка или желудок, он должен быть приклеен, да? К чему? А он, клеем? Ну, к телу там внутри. А он отрывается, понимаешь, вот это грыжа. Это страшно. Ну да, ну грыжу лечат, сейчас операции тебе пришьют, нафиг и все, и гуляй. Это просто угар, я почти плачу, остановите мой ор. Если вам смешно, обязательно поставьте лайк прямо сейчас. Слушай, вот мне кажется, что ты с какого-то канала. Я один раз в качалку пошел, короче, и в кому впал на 3 года. Ха, приколись. Ты блогер. Нет. Ты блогер. Да ты блогер. Ты блогер. Да я не знаю, что такое блогер даже. Я в доту играю целыми днями. Да ты блогер. А ты хочешь себе девушку? Конечно хочу. 30 лет девушки уже нет. Как так? А вы будете с ней заниматься этим? Конечно нет. А знаешь, для чего это нужно? Нет. Чтобы дети были. Дети были? А зачем дети нужны? Чтобы внуки были. Внуки, привет. Пишите, какого персонажа сыграть в следующем выпуске. Может, гопника? Девчонки, меня только что послали. Почему? Я не знаю. Сижу, пытаюсь девчонку склеить какую-нибудь. Можно вас склеить? Рофлиш, что это такое? Это макароны какие-то? Ну, нет, я в доту играю по 8 часов в день. По тебе видно. Коза, сделай Блин, в качалку, короче, пошел вчера. И знаете что, грыжи какие-то на животе выросли, смотрите. Это как, за один день вот так прихожу домой, у меня грыжа вот так, оп, из живота. Я такой думаю, нифига себе. Чё, она в обморок упала? Я тоже так первый день в качалку пришел, меня вынесли потом, 3 года в коме лежал. Вызывай скорую, ей плохо. Что это,
что ты видишь. А я плохо вижу без очков, особенно вот. Какое у тебя зрение? У меня минус 4. Мне видите, очко тут порвало, мне мама зашила, вот. Но она заклеила клеем. А можешь еще грыжу показать, может быть? Давай, да. Покажу. А чего? Зачем грыжи? Это опасно, говорят. Я 3 года в коме лежал, мне говорят, у тебя грыжи выросли. Я говорю, да ладно, что делать? Они говорят, операцию делай. Я говорю, не хочу, боюсь ножей. Вот, я один раз порезался, вот, у меня кровь потекла, я в кому впал. Жена? Нет, это мне мама подарила просто, что, типа, у меня девушка есть, у меня 30 лет девушки уже нет на факе, видишь? Ношу. Как девушку найти? Будете моей девушкой вдвоем? Нет. Не будете? Я страшный, потому что. Я красивый? Это не из-за того, что у тебя грыж. Не из-за грыж, да? Да. Залка. Я думал, за грыж. А как лечить грыжи? Просто жрешь много и в качалку больше не ходишь. Да я один раз только сходил, в кому впал, больше не пойду. Опасно это дело, качалки ваши. Еще раз пойдешь, что ты? У тебя вообще, наверное, да? Если я еще раз пойду, мне кажется, меня штангой задавят. Я вот только что в доту поиграл, пришел девчульку найти себе. Нашел вас. Теперь у меня есть девчулька. Кто будет моей девчулькой? Давай ты будешь моей девчулькой. А она будет моей девчулькой. Она упала, она хочет быть моей девчулькой. Зачем ты ее вырубила? Она тебя вырубила, признайся. Я тебя спасу, если что. У меня еще, знаете что, на руках грыжи выросли. Сейчас покажу. Надо футболку снять. Сейчас, секунда. Ой, ой, господи. Сейчас. Блин, это опасно. Это опасно, девчонки? Я боюсь такой штуки. У меня левая, вот смотри, вот такая, да? А правая вот такая. Это как так? Грыжи какие-то выросли. За день. Я прихожу домой с качалки, у меня вот... На прессе грыжи, вот тут грыжи какие-то, сиськи как-то увеличились. Я думаю, нифига себе, это как? Я не знаю, что это такое. Мне врачи сказали грыжи, вырезать надо. А можно на спину можно посмотреть? Еще грыжи? Спину? Да. Там тоже грыжи! Там тоже грыжи выросли? Да! Блин, что делать, я умру? Я умру, что ли? Нет, у тебя все хорошо. Покажи еще раз. Мы тебе поможем. А что со мной случилось? Я боюсь. Ну это просто грыжи. Видишь, как она ходит, как во. Это ж опасно. А у вас Инстаграм есть? Смотрите, там фотографии мои. 44 тысячи подписчиков. Ты что, дебил? Друзья, если вам понравился этот ролик, обязательно поставь лайк, набираем много лайков, 10 тысяч, набираем много просмотров, и выходит следующий ролик. Блин, их сложно снимать, реакции эти искать просто можно по 3 дня, можно неделями искать. Короче, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой инстаграм, потому что там тоже выходят прикольные ролики с чат-рулетки. И увидимся в следующем выпуске. Погнали, пока! Что у тебя с челюстью? Я чужой. Чё, ты чужой? Да. Нормально. А я свой. Да я вижу, пацанчик с района, нормальный. Чё у тебя с бровью? Нормальный с бровью. Ё-моё, побрей вот тут, по центру. Не хочу. Это моё дело, не надо. Хочешь, я тебе побрею? Нет. Эй, ты гопник. Я тебе могу побрить всё, что захочешь.